Оператор 209, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаю вас, оператор 209. У тебя все хорошо? Вы кому звоните? В Москву ехать надо. В Москве вам вся сила. Простите, ага. Пожалуйста, у нас служба такси. Вы хотите заказать такси и поехать в Москву или как? Ага. Ну, до свидания, спасибо. Алло. Счастливо. Да, я слушаю вас. Не выручишь мне, мне край. Алло. Алло, такси, здравствуйте. У тебя все хорошо? Алло. Я слушаю вас. В Москву ехать надо. Что? В Москву ехать надо. Пожалуйста, вы хотите с машиной поехать в Москву? Ага. Пожалуйста, 15 000 из Санкт-Петербурга до Москвы на такси. Говорите адрес, куда машина и время. Сразу за гостиницей Прибалтийская, до Васильевска. Пожалуйста. Мы подадим машину, предоплата, деньги вперед отвезем. Не дороже сотки пока, а там посмотрим. Значит, поездка в Москву стоит 18 000. Если вас устраивает стоимость, пожалуйста, перезванивайте. А деньги я лучше тебе дам. Да. В Москву ехать надо. В Москву? Ага. Куда машину подавать? Сразу за гостиницей Прибалтийская, на Васильевском. Мне нужен точный адрес для подачи. Сразу за гостиницей Прибалтийская, на Васильевском. Гостиница Прибалтийская, да? Ага. Хорошо, стоимость поездки 18 000, вас это устраивает? Не дороже сотки пока, а там посмотрим. Алло! Алло, да. Не выручишь мне, мне край. Да. В Москву ехать надо. А куда подать машину? Сразу за гостиницей Прибалтийская, на Васильевском. Пожалуйста, ваш телефон. 311-05-36. А что это за телефон 311? Алло. Алло. 311-05-36. Да куда подать машину-то? Сразу за гостиницей Прибалтийская, на Васильевском. Так, на Васильевском. А зачем этот телефон даете? Это же фонтанки телефон. Выручай. Я говорю, 311, это телефон фонтанки. Ага. Зачем вы мне этот телефон-то даете? В Москву ехать надо. Хорошо, дайте мне нормальный Алло. Телефон. 311-05-36. Я вам сказал, это телефон фонтанки. Дайте мне мобильный. Ну, брат, ты даешь. Ты где пропал-то, а? Алло. Дайте мне мобильный телефон.